Приветствую вас на канале. Марину Каташенко грабили на 100 миллионов рублей. И про хранение таких огромных денег дома я уже высказался в своем прошлом ролике. Сейчас же хотелось бы обратить внимание на другое. Почитав комментарии, я был слегка удивлен, ведь многие писали про то, что мол это все инсценировка и все в таком духе. Итак, судя по данным из СМИ, на дороге трое человек инсценировали ДТП и обманным путем заставили выйти Марину из машины, а потом угрозой заставили вернуться домой и отдать им 100 миллионов рублей. Конечно, благо, что Марина вообще осталась жива после всего этого и с ней ничего не сделали. Что же касаемо мнения довольно большого количества людей о том, что ограбление это лишь инсценировка, то здесь я абсолютно не согласен. Зачем Марине вообще нужно это делать? Она столько лет прожила в браке с Градским в любви и здравии, и зачем ей сейчас идти на какие-то опасные и опрометчивые шаги? Для меня это совершенно не ясно, тем более наследство и так досталось ей, зачем совершать что-то совершенно неразумное? Вопрос, мне кажется, может возникнуть только к тому, как вообще ограбили Марину. Почему они сделали это именно на дороге? Ведь рядом могли оказаться свидетели, да и камеры сейчас кругом. Здесь возможно, что в СМИ не стали давать все имеющиеся у них данные и показания Марины. Ведь грабители сейчас точно следят за новостями и ждут дальнейших деталей, которые вдруг могли бы вывести на их след. Поэтому некоторые данные для СМИ, возможно, могли изменить или раскрыть не всех деталей. Пока остается лишь ждать дальнейших новостей. Уверен, они еще могут многое нам прояснить. А что думаете вы? Пишите в комментариях.